Первые дружины были созданы в 2014 году. Сегодня в городе насчитывается уже около 135 формирований. Регулярно в рейды выходят более 1500 челнинцев. За текущий период 2016 года представителями добровольных дружин оказано содействие в раскрытии 75 преступлений и выявлении 1500 административных правонарушений. В списке награжденных этот вечер в различных номинациях были 24 дружинника. Кубок лучших в этом году оказался в руках сотрудников «Булгарпива». Наша народная дружина организовалась в этом году, так что мы как новички в этом деле. Постарались, все-таки сделали. Хоть этот кубок переходящий, но думаю, что и в следующем году он останется у нас. Ценные подарки получили дружинники медучреждений, производств, управляющих компаний. Работаем в рейдах, ездим дружинникам, помогаем сотрудникам полиции, рейдим везде, во всех школах, садиках, подземных, торговых кварталах, магазинах, всех проверяем. Победители будут номинированы на республиканский конкурс. К слову, в марте 2016 года 6 челнинских дружинников были поощрены денежной премией. Их сумма составляла от 5 до 50 тысяч рублей. Лилия Денисова, Петр Греков, новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.